это бурлящую лаву. Бурлящую лаву, да? Будем сегодня делать эксперимент дома. Так, что нам для этого понадобится? Краситель, масло обычное подсолнечное и вода. А, еще таблетки аспирина нам нужны будут, да? Шипучие таблетки аспирина. Так, что мы сначала делаем? Сначала мы высыпаем краситель. Выбирай, красный или оранжевый? Красный? Ага. Так, Аришка выбрала красный. Это вишневый. Так, Аришка, у тебя будет вот такой вот краситель. Высыпаем да, его. Да, да, черный, черный. Классно? Черный. Я не знаю, надо было весь высыпать? Надо весь. Или это много слишком? Нет. Мне остается тогда такой оранжевенький. Можно я тебе его? Можно. Сейчас я разрежу его. Поближе твой стакан мне. Высыпай. Я сама. Давай. Ты сама, Маша. Аккуратно. Красный. Ох, какой у меня красный. У тебя такой темный, да? Бордовый у тебя. Ну, вишня должна же, как у маслина. Так, хорошо. Теперь мы должны налить водички и размешать нашу краску, да? Наливаем водички. Можно я? Нет, водичку тяжело нет, будет. Нет, держать, держать. Держи. Я так, держу, сейчас. Вишневый. Наверное, так. Нет, еще больше. Так. Вот так. А тебе красный. Красный. Долили мимо водички. Теперь мы должны размешать палочкой нашу краску. На розовую. Дай на розовую. Так, пятнышки розовые. Я тебе сейчас тоже размешаю. Размешаем краску. Как вулкан собирается. Воронка, да, получается? Да. Да нет. Подожди. Воронка замучается. О! Какой-то насыщенный цвет у тебя. Такой аж темный, вишневый, да? Ты что, размешала? Давай да. Палочку. Размешали да, мы краску водички. И теперь мы добавим туда масло. Да. Не оставшуюся. Давай сначала Арине мы добавляем масло. Ой, забыли достать. Открыть бутылку забыли. Наливаем теперь. Дубль два. Думаю, все. Надо полную налить. Полную. Чего? Так, давай посмотрим, чтобы поровну. И мне чуть-чуть нальем. У меня вообще такая прям... О, у меня уже шарики. У тебя уже шарики, даже без аспирина пошли. Красиво, да, получается? Да. У меня уже еще красиво. Лучше. А мне, у меня еще лучше. Да, лучше. Но можно было красителя, конечно, не так много красителя можно было, да? Угу. Мы, конечно, с тобой много красителя. Значит, мы насыпали с тобой что? Расскажем опыт. Мы с тобой насыпали краску. Да. Добавили водички, да. Размешали и долили вот такое вот масло, да, растительное. Да, теперь, уже таблетки надо. Да, теперь мы берем таблеточки аспирина, такие шипучки. Они... Я им буду. Конечно. Брать. И будем кидать сейчас таблеточки. Одну тебе, одну мне. Что, будем кидать одновременно? А как? Что, кинем целую или по половинке, как думаешь? Или целую? Целую. Так на, тогда тебе целую, держи красивую, вот такую беленькую, да. Так, я сейчас себе возьму новенькую. Подожди меня! Будем как-то ученые, да, Решка? Подожди. Я беру себе тоже таблеточку. Уже красивый цвет, да? У тебя красивее лампа. Смотрите, таким красным, насыщенным. Ну что, кидаем? Раз, два, три. Арина дождалась слова три. Не бойся, смотри. Сейчас таблетка будет растворяться в воде. И пошли пузыри. Смотри, как пузырится. Видишь, как у тебя пошли красиво пузырики? Ого, и у меня пошли, смотри, у меня пошли тоже. У меня большой. Тебя красивее, да? Еще? Давай еще кинем. Да, дай мне начать. Сейчас. Давай, добавляй, будет еще красиво. Прям бурлит лава, смотри, как бурлит. Кидай. Кидай еще, смотри. Надо помню. Еще накидаем, и я еще кину. Я. О, смотри, как пошел процесс. Давай смотри. Еще бросим? Да, я ну, давай. Две хочу кинуть. Ну, две. Ой, у тебя сейчас уже тут вылезет, Арина. Смотри, как твоя лава поднимается. Смотри. Арина наверх пошла. Прям как вулкан какой-то. А я слышу. Все темное стало. Оу. У меня пока нет, смотри, у меня такое же. Без изменений. Класс, вот это да. Ну как тебе, подожди, пока больше не нужно. Ты видишь сколько, смотри. Я хочу.
Вот, видишь, как бурлит твоя лава. Я там вообще какие-то... И у меня уже все. Пошли. Дай. Опыты. Подожди, еще не нужно, видишь? Еще есть там таблеточки. Уже ничего не видно. Одно было достаточно, да? Для красивого эффекта можно всего лишь одну таблеточку кинуть, да? Будет хорошо уже. Кидаем еще. Нет, давай кидай одну, один кусочек кидай. Давай смотрим, что у тебя происходит. Пойдет опять. Смотри, как забурлила сразу твоя лава. Класс, красивый, да? Но она уже пенится. Наверное, много красителя. Нужно красителя в следующий раз меньше, да, добавлять? Мы весь пакетик высыпали, нужно немножко совсем. Я слишком такая темная. Класс. Ну, все равно красиво, да? Теперь давай я добавлю. Давай, Арина. Добавим. Полетел. Сейчас, ну, что-то моя лава пузырится. А моя нет. Да? Твоя, смотри, как шипит. Вулкан работает. Нет, как радуга. Просто красивый такой золотой цвет. А у меня вот такой темный, красивый. Пишите комментарии, какая лава понравилась, мамина или моя. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайк!